Всем привет, меня зовут Дмитрий, это канал Код ТВ. И сегодня мы будем проходить дискуссии Лене, старый новый ивент, так сказать. Будем мы подходить вот это вот подземелье по просьбам подписчиков, искаженный предел на 8000 очков, то есть на максимальной сложности, со всеми дебафами, вот. Так что это будет очень сложно, мобы иногда прям с одной тычки все лицо отрывают. Так, заюзаем фулл баф, по-любому. Без него я тут точно не пройду. Потому что на 6000 я прошел без бафов. А вот, на 8 не получилось. Так, вот с этой стороны аккуратненько встанем. Так, вот так. Так, в первую очередь мне надо задолбить вот этого молнию. Прям максимально быстро надо его сейчас. Прям чисто в него весь агр. Потому что он тут очень неприятный парень. Так, я его потерял из виду. Так, как следующий парень неприятный, это вот этот вот. Вот он лег. Надо его сейчас задолбить. Да ты куда бежишь? Ты мне не интересен. Вот этот вот парень. Очень неинтересен. Отойдем подальше, а то он сейчас замучает меня. Все, задолбили. Осталось только затрешить вот этих вот. А почему их четверо? Уже должно быть пятеро. Где пятый-то? Пацаны, вы где пятого забыли? Ой, блядь, сейчас еще и откинусь. Так, вон пятый появился. Надо сразу к нему бежать, да? Пацаны, давайте сюда. Вот это я зря, конечно, но ладно. Может, успею. Давай, чуть-чуть. 2 секунды. Блять, не успел. Да ёб твою мать. Тука ебаная, нахуй. 1 секунду, блять, не хватило. Да ёбаный в рот, а? А, блять. Я с этим ивентом уже как сапожник просто матом ругаюсь уже на всю, блять. Настройки, нахуй. А все почему? Не все потому, что вот такие вот моменты, я понимаю, если бы там минута, блядь, у меня оставалась, я бы даже не пробовал. Но, блядь, извините, когда 1 секунда, я не успеваю, это просто жопа какая-то начинается. А все почему? Потому что, блядь, где-то я проебался в каком-то моменте, и все. И у меня ничего не хватило. Так, ладно. Все. Все есть, все откатилось. Херачим. Роза, где твоя ульта? Точнее, где твои скиллы вообще? Ладно, похеру. Да, блядь, ну не умирай ты, мразь ебучая! Все это пиздец, заново. Да ебаный в рот. Ну как она так умерла, а? Блядь, ну почему здесь 1 плюшка, блядь, равно смерть? А, ну да, у меня тогда гонюнь тогда откинулась в прошлый раз. Если бы она не откинулась, ну, точнее, почти откинулась, я бы там спокойно прошел, потому что я там перетрухнул слегка. Ладно,
Я вот еще думаю, сразу мне заряжать ультишки или нет, или мне все-таки может попробовать от КДшить их, попробовать как-то так аккуратненько сделать. Авось прокатит, как говорится. Ну все, все, беги, Рекс Ляпис, давай. Уходи, Рекс Ляпис. Куда ты, блядь, от кого тычки ловишь? Я понять тебя не могу. Вот этого убей, придурка, блядь. Давай, в меня еще кинь. Будет смешно. Все, пиздец, она опять откинулась. Блядь, ну это смешно уже. Это уже просто смешно. Я не знаю, надеюсь, я не один так тут нервничаю. Из тех, кто пытается на 8000 пройти, потому что... Не, ну понятно, что у кого-то персы крутые. Перепрокачанные. Но у меня не так. У меня, к сожалению, не так. Гонюнь, где твоя ульта? Алло. Алло, прям. Ульта. Может, за нее сразу вот так вот ультишку заюзать, типа... Вот так вот сейчас переключаться, она же в нее будет восстанавливаться. Забагаюзить. Ну. А чё ты не восстанавливаешься? Восстанавливается, ну, очень медленно. Угу. Ну да. Фактически, грубо говоря, это бесполезно. Ну хотя, можно как-то, наверное, забагаюзить. Да почему ты в меня прыгаешь? Там же цветок перед тобой стоит. Прям перед ебальником, перед твоим тупым. Постоянно восстанавливаться, я не понимаю что-то. Опять он в меня прыгает. Собственно говоря, где ледяной пес? Он не появляется, потому что эти придурки постоянно отрегениваются, ни один из них не умер. Просто, блять, они просто регенятся, нахуй. Эти два долбоеба с топорами. Они просто откуда-то постоянно отрегенивались, я не понимаю. Нет, ну серьезно, откуда у них хп фул? Я их, блядь, бил, им похуям. Похуям. Ладно. Ладно, уже 8,5 минут боли прошло. Все, сейчас по-любому надо пройти. Чтобы приставать нервничать. Послать нахуй этот данж. Ох, как хорошо они тут стали вдвоем. Да какие хи-хи-хи-хи, блять, ну не умирай, ну сука, ну какая же ты мразь, блять, а, ну какая же ты, сука, мразь. Нахуя ты, блять, гоню не ебучая нужна, если ты умираешь, блять. Ладно, что делать, пробуем заново, уже бессмысленно. Уже бессмысленно.
Блять, уже 9-10 минут я. Господи, помогите мне. Мне кажется, в дуо это, блядь, проще, мне кажется. Ну хотя хуй знает. Ну, в теории, если там есть пул прокачанные персы, два у одного, два другого, и попробовать спокойненько пройти. Тем более там все одновременно будет. Наверное, в межсервере это все-таки попроще. Вот это падла, блять, вот только не дай бог ты, блять. Я думал, он сейчас опять тоже нахуй как это респаунится. Заебись, блин, пошел. Ну такой говорит, да-да, пошел я нахуй. Так, делаем вот так, подходим. Аккуратненько даем ульту, даем вторую ульту. И аккуратненько вот так вот уходим отсюда. Да, блять, Рекс ляпис, да. Блять, ну почему на я же жал? Жал, блять, прожимал, нахуй. Да лупа ебучая. Да все уже. Пиздец опять. Опять я не успею. Что гоню не воскресить нечем. А мобов я этих не пробью. Че это там радуется, топает идрила ебучая. Какая же боль, блядь, какая же, сука, боль. Какая боль, какая боль. Аргентина и Майка, 5-0. Я не знаю, кому там помолиться, чтобы, блядь, все это закончилось наконец-то. Моему провайдеру, чтобы он мне, блядь, интернет нахуй отрубил. Я такой, вот, заебись. Интернет закончился, все, до свидания. Так, что это у нас? Все, должны на цветок погреться. Ребят, давайте, на цветочек. Внимание, на цветочек. Вот этого надо добить, парни. А то они, блядь, я не понимаю от чего, но они периодически отрегениваются. Все, давайте, вот там вот стойте все вместе. Блядь, красный не сагивался. Хуёвенько, хуёвенько. Ну не так, чтобы прям... Хуёвенько. Пока все в теории более-менее. Блять, а ты чё не умираешь? Ну хуй знать. Ты там чё, блядь, и танцует же, а? Да та, блядь!
Сука, опять я отвлекся, блядь, на этого долбоеба геморного. Просто пиздец. Жесть, какая-то жесть, полная жесть. Я не знаю, я пойду сейчас, если убью, пойду сейчас нахуярюсь кофе. Прям от А до Я просто, я не знаю, литр кофе выпью, чтобы успокоиться. Так, что тут у нас? Юзаем. Все, бафы где? Все, бафы есть. Бафы здесь. Animo test 6308. Absorption test. Born of ice and frost. Adventure time. Stand clear. Let's light it up. Burst forth. Access denied. Все, агритесь туда. А где твой друган? Пинг-пинг, который... О, появился. Ой, блядь, как все плохо. Давайте вот эти вот дроголетчики у нас как-нибудь вместе сейчас встанут, так. Просто по приколу. Не встали они вместе. Блять, блять, ну что такое? Они еще мне последнюю атаку сбили. Да ульта! Ну ульта, ну почему? Господи. Блять, надо на Alt 4 нажимать, потому что, блять, я переключаюсь, я нажимаю, а она просто сразу плюху ловит и, блять, откидывает. Тут же, моментально, просто рандомную плюху, блять. Все. Сейчас пройдем. No touching. Burst forth. Live. Adventure time. А, он просто проигнорировал мою ульту. Да, нахуй, все. Воскресил, она тут же умерла, блядь. У меня уже руки просто опускаются, я просто уже хуйней, наверное, занимаюсь. Ладно. Рано или поздно у нас получится. Все, надо, короче, без болтовни, просто сосредоточиться и просто пройти. Глубоко вздохнуть. Let's light it up. Everybody stand up. Animal test 6308. Stand clear. Animal hypostasis emulation. Witness my great undertaking. For Rex Lapis. Off we go. Huh? Access denied. Let's light it up!
Просто меня моб за километр убил. Что за трэш? Он, блядь, только появился и, блядь, за километр плюнул у меня плюхой, блядь, и убил меня. Ладно, сейчас все получится. Все будет нормально. Все, нервы уже ушли. Они закончились. Их больше нету. Все. Нервы мои уже кончились. Осталось только с грустным лицом спокойно пройти данж. Опять я не успел, блядь. Что за непруха такая, а? Не, ну сейчас вроде все было более-менее нормально. Единственное, что я из ульты Беннета труханул, выбежал и не решился в ней драться. Хотя надо было это сделать, тогда бы я успел. Ладно. Watch me.
Moments of birth. My contract goes. Бля, 25 минут боли уже. Чистый, чистый, наичистейшей боли. Что у меня? Лечилки кончились, что ли? Ну-ка. Да. Так, а что у нас тут есть на реген? Ну давай, оладушки. Ну вот сейчас вместо того, чтобы, блядь, я мог урон наносить, я просто умирал. Ну как так-то, блядь, а? Adventure time. Absorption test. Ну это все, походу, габелла. Это габелла. Так, баф я там юзал, наверное, бафа хватит, ну, по крайней мере, должно хватить. Все, погнали. Что это было, блядь? Что это за плюха, блядь, прилетела? Просто такая... Пуф! Сдох, нахуй. Еще самое, блядь, интересное, противное, непонятное. Прилетают эти кристаллы. Ну, в смысле, не кристаллы, а эти, зарядка, подпитка. Иногда ты думаешь, что это просто к тебе подпитка летит. Но нет. Тебе летит самонадеящаяся, блядь, плюха, которая тебе все лицо отрывает. Че ты будешь, нет? Прикинь его. Где он? Где он? Coming to be.
Нет, опять заново. Так, сколько? 30 минут более прошло, все. Пора заканчивать. Что тут у нас? Орладушки стоят. Так, сейчас просто заюзываемся. И проходим подземелье. Проходим и завершаем его. Чего нет, регенивается, я не понимаю. Это их водный мод, что ли, походу, регенит? Да я других вариантов не вижу. Почему они могут регениваться? Ну какие еще могут быть варианты, кроме как того, что их водный этот может захиливать? Ну, который там летающий глаз водный. Просто я не понимаю, по какой причине они еще могут так сильно захиливаться. Из-за чего? Но нереально прям много захиливается. Периодически. То, походу, надо попробовать этого водных. Контролить водных в первую очередь. Куда ты улетел? No touching. Вон они, фуловые уже, блять, а. Как будто я им вообще урона не носил. Надо отрегенить ее в пизду. Я сейчас опять переключусь на нее. И жопа будет. И куда ты стреляешь? Блять, все равно сдохла, блять. Пиздец, это были самые тяжелые 8000. Это, блять, просто жесть, нахуй. Она все равно сдохла под конец. А говорит, заебать тебе нахуй, пошли нахуй. Мне просто горит, и просто такая...
Полетело, блядь, 35 минут боли, блядь, это вообще, это, блядь, трэш-контент, так и назову. Трэш-контент 8000, блядь. Бля, ребят, я не знаю, если из вас кто-то досмотрел до конца, это пиздец вам вообще, я не знаю, пишите в комментарии. Блядь, ну, всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и до новых встреч.